если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Псалмы, 23 стих 4. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу? Наверное. Я должен признаться, Аджай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? О моей отвратительной прошлой работе? Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Керат. Искорени их. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Ясно. И созовет он друзей, соседей, скажет он: порадуйтесь вместе со мною, ибо я нашел потерянную овцу.
Кончать охота. А это еще что? Кончай. Живо! Найдите, кто это сделал! Жалкий мятежник! Я знаю, ты где-то тут! Откуда этот выстрел? Держитесь вместе, парни! Найди его! Пристрел! Враг здесь! У нас пожар? Тварь! Ты хуже собаки! Прочесать местность. Найдите источник угрозы и уничтожьте. Ты где сидишь? Трус! Граната!